Мы сегодня с вами в госпитале, в одном из крыльев, госпиталя. Начнем видео отсюда, с этого крыла. Вот в окно. Надеюсь, видно что-либо для ориентира, в каком крыле мы находимся. Я сюда пришел, думал, здесь есть вход с этого крыла, и начать отсюда видео, зайдя. Ну, тут тупик. Но, тем не менее, видео мы начали делать. Госпиталь, как я сказал. Сегодня 9 февраля 2014 года. Послеобеденное время. Посмотрим уж до конца. Вон там мы были сейчас с вами. Вот еще одна кушетка. Уж не знаю, как это называется. Отделение. Какое это отделение? Мы долго задерживаться не будем. Поскольку намерены пробежаться по всем помещениям, какие возможны, за полчаса. Посему будем двигаться быстро. Ах, вот, наверное, был уход в эти двери. Потом уже отсюда, видимо, в разные стороны можно было заходить. Пусть вас не смущает разруха. Тут лестница, ведущая на второй этаж, нам пока туда не надо. Там же, видимо, выход на улицу. Дверь металлическая. Освещение ужасное. Покрутились мы здесь. Выходим в коридор. Сейчас настрою еще фотоаппарат, чтобы можно было делать некоторые фото. Вот, например, мне это интересует. Да, на второй этаж идет лестница. На правом мы с вами были. Стены отделаны кафелем, как вы видите. Вид из окна. Фотографий много в наших альбомах. Однако они не дают полностью представления о состоянии госпиталя. Мало кто что узнает. Ну, надеюсь, с этим видео будет много что понятнее. Зашли мы с вами здесь. Вот дверь открытая. Влез через перилицы. Вот мы здесь. Пробежали мы уже с вами одно крыло. Уходим сейчас сразу направо, пойдем туда, по коридору. Кое-что можно увидеть. Видимо, туалетная комната была. Кафель сиреневый на стенах. Тепло сегодня, Альтерслагер. Сегодня 7 градусов.
снега уже нет, можно подняться здесь на второй этаж, что мы сделаем попозже. Такими темпами, конечно, мы не уложимся в полчаса, чтобы посетить все помещения госпиталя, их довольно много. Ну, сколько получится. Фотографии некоторые я уже сделал. Ну, все они ранее уже были. Я просто дублирую то, что уже было у нас. Входим. Интересный кабинет или же палата. Отсюда видно КПП госпиталя. Вот так туда. Если посмотрим, вот так будет видно. Сохранились еще эти декоративные элементы. Сейчас мы фото сделаем. Ну и идем дальше. Это все первый этаж. Вот здесь, видимо, был вход. Окна. Посмотрим. Окна запачканы. Посему плохо видно. Продолжаем налево движение. Можно подняться на второй этаж, лестница ведущая. На второй этаж. Синим кафелем. Сделано помещение. Еще видим один вход. Для больных с заболеванием кожи. Может, что-нибудь с карантином связано. Ну вот, закончили первый этаж в этом крыле. Быстренько выходим. Давайте поднимемся сразу на второй этаж, чтобы нам идти назад. Второй этаж. Поднимаемся. Также посмотрим сейчас. Вот на третий этаж идет лестница. Чудесница. Видимо, может, детское отделение госпиталя. Хотя не факт. Очень скудно комментарии участников группы по моим фотографиям. Почему сложно мне ориентироваться? Надеюсь, вы подскажете мне, что где. Как указывать? Указать надо минуту, секунды экранного времени, что происходило. Вот в окно выглянем. Окно открыто. Все хорошо видно.
Подозреваю, здесь где-то Ленин, который живее всех живых. Вот тут, наверное. Ну вот, если мы пробежались. Это второй этаж по коридору. Вот здесь мы с вами поднялись. Быть может, палаты. Да, как видите, тут балкончики небольшие. Вот он, КПП. Прямо. Такой же кабинет полукруглый. Полукруглый, как на первом этаже. За исключением того, что нет декоративного украшения. Он так сделан, госпиталь, что в любое время дня солнце в палатах строили его буквально за 2 года. Этот объект, это очень быстро для таких объектов. Изначально он задумывался, использовался для излечения пилотов Люфтваффе. Ну, а потом уже сами знаете, что было. Многие из вас успели здесь поработать, полежать или полечиться от каких-либо болячек. Надеюсь, вспомните этот госпиталь. Многие так вспоминают хорошими словами. Персонал, условия, подъем на 3-й этаж. Вот мы здесь, кажется, ох, не буду врать. Чуть не соврал, подняли совсем в другом месте. Большой госпиталь. Конечно, он будет снесен. Вот, в окно посмотрели. Я давно хотел это сделать, видео именно. В госпитале внутри как-то все не получалось. Погода плохая. То нет возможности, то нет настроения. Всегда влияет много факторов. Особенно, когда не хочешь что-либо сделать. Вот здесь мы пройдем потом с вами. Это одно из крыльев. А пройдем и сейчас, что будем откладывать. Давайте пробежим по правой стороне. Будем ворачиваться, побежим по левой. И там мы бежим с вами. Здесь можно подняться 3-й этаж. Если внезапно видео закончится, значит, отпущенное время закончилось. Интересное помещение небольшое, на туалеты не похоже. Быть может, что-нибудь с лабораторией связано.
Вон быстро мы в этом крыле побыли. Продолжаем направо. Лучше глянем в эти двери. Бар. Мы заходили с вами на первом этаже. Вот такие подобные двери. Интересный кабинет. Второй этаж. Здесь мы с вами были. С вами. Здесь не были. Как же не были? Были. Были. В окно посмотрим. Благо оно открытое. Синим кафелем сделаны стены. Жаль, ничего тут не увидишь. Так все заросло. Окно посмотрим. Посмотрели. Да, видимо, здесь было детское отделение. Наш фонарик есть. Фонарик не активный, хоть что-то будет помогать. Лестница. Хорошо вспомнил. За фонарик. Кольцо только мешает нам. Зайцы, раны. Персонажи мультфильмов. Я думаю, детское отделение. Из окна посмотрели. Если, конечно, интерес будет к тому, что я снимаю, если мы не докончим. Сообщите, сделаем. Ах, вот роддом, смотрите, вот роддом. Это мы с крыши смотрим. Извините, со второго этажа. Здание роддома. Посмотрели. Такое же полукруглое помещение. Поглянем в окно. Их солнышко мешает. Уже шли в крыло. Другое. Мы вот здесь с вами были сейчас. Пробежимся по этому крылу. И, видимо, поднимемся выше.
по этой лестнице. Прежде посмотрев здесь что-либо. Да, плачевное состояние. Некоторые двери двойные. Смотрим из окна. Вышли на балкончик. Это уже автопарковское хозяйство. Персонажи не кинули. Может, сейчас поднимемся третий этаж. Может, какие-то тут что-то. Санпропускник. Санпропускник. Как же не посмотреть? Ну, закрыто. Поднимаемся здесь на третий этаж. Извините. Ну, третий этаж, это уже жилой, по-моему. Здесь его не будем смотреть. Обозначим. Здесь были комнаты или помещения. Люди жили. Быть может, работали. Это рисунок. Увы, ошибся. Не рисунок. Лаборатория. На базе отделения имеется кабинет. В окно мы не сможем посмотреть. Мы бывали с вами. Почему я сейчас фото не делаю? Фото уже есть. Вот здесь мы заходили, только мы вправо пошли. Спускаемся. Не бы хватило времени у нас с вами. Это у нас... Мы здесь с вами были. Опустимся сейчас с вами на... Первый этаж. Мы не были в одном крыле. Вот одно, наверное, есть на первом этаже крыло, которое мы упустили с вами. Да, это первый этаж. Вот из окна можно увидеть. Вот она земля. Темно очень. Ух, вот здесь можно было и зайти. Не мудро, что вы лукаво, смотрите. Вот тут уже есть заход. Ну теперь что ж делать? Пройдем уже здесь, где были. Да, вот здесь тоже видно был ход. Вот тут что-то окошечко открывалось. Да. Побежали быстренько. Вот здесь мы спустились с вами. На выход двери. Так, ну что, отбежали с вами все, что хотели. Получается так. Это
мы с вами рекорд устанавливаем. Так быстро обойти весь госпиталь. Ну, конечно, мы по крыше не все обошли. После окончания видео я сделаю еще фото дополнительные, потому что все сразу не получается делать фото и видео. Как обычно, два дела сразу делаешь, ни одно не получается. Даже нагрелся здесь бегать. Лестница. Чудесница. Попробуем подняться сейчас еще раз на второй этаж. Если нам время позволит, если мы успеем, смотрю, у нас время запечатлеть место, где стоял Зигфрид с конем. Вот мы здесь с вами заходили. Вот здесь мы зашли, тут мы и выйдем. Но прежде мы поднимемся еще раз на этаж. А где ж нам лучше подняться? А здесь и побежим. Фотолаборатория. Кабинет рентгеноскопии. Мы здесь были. Вот. Вспоминаете, в начале ролика мы были тут. Поднимаемся здесь. Да. Поднялись и пробежим. Как я уже обозначил, у нас есть интерес тому фонтану. Или мы не были с вами на втором? Были, мы здесь были. А как бы его увидеть? Я припоминаю, с какой место лучше посмотреть. Да, мы не увидим отсюда. Надо же. Смотри, только бегаем. Крутимся. В общем, мы вложились по времени. Вот как вот посмотришь. Него. Очень даже сейчас посмотрим. Вот в эти двери. Ах, они закрыты. Что там? Там какие-то двери. И что перед нами не стоит? Ботинки большие. Вот он. Солнышко мешает. Вот а здесь был Зигфрид с конем. Сейчас.